Является рекламой, является информационной вывеской, да или нет? Я просто для себя хочу понимать. А потом я задам уже основной вопрос, когда я буду понимать, что... Ну, задавайте вопрос, в чем ваш вопрос? Он хочет задать два вопроса. Первый вопрос задал, второй он ждет ответа от первого. Я хочу, чтобы вы мне ответили. То, что не является рекламой, является информационной вывеской, так или нет? Да. Все, теперь смотрите, что я хочу сказать. Согласно закону Украины про рекламу, статья 9, идентификация рекламы, вывеска чи табличка с информацией про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів, послуги, що належать цій особі, вид її діяльності, якщо не впливає, час роботи, що розміщено на внутрішній поверхності власника, чи наданого у користування особі приміщення на зовнішній поверхні будинку чи споруди, не вище першого поверху, або поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою. А це значить, що все, що не є рекламою, і все, що я тільки що перечислив, є інформаційною вивіскою. Соответственно, управління цих департаментів буде мати возможность вплывать и согласовывать вот эти вещи, в том числе и внутренние вывески в помещении. Поэтому я считаю, что это не является компетенцией департамента. Хорошо, но вопрос тогда, как у нас в городе не должны они регулироваться, я правильно понимаю? Должны регулироваться, не надо правильно выписать просто, и все. Как только вы сделаете положение. В том-то и вопрос о том, что у нас по законодательству нет этого регулирования. Были внесены изменения законодательства о благоустройстве. Закон Украины про благоустрой. И как раз там идет вопрос по поводу этих вывесок. И идет более четкое понимание того, как вывески должны размещаться и так далее. Вот я и должно быть написано положение, которое в городе должно регулировать этот вопрос. Которое должно говорить, какие вывески должны быть, где они должны быть и как они должны быть размещены. Поэтому на сегодняшний момент в Украине есть только 5-6 городов, которые приняли такое положение. Львов принял такое положение только по одной причине. По причине того, что они пригласили немецкую компанию урбанистов GAZ, которые вместе с ними на протяжении 2-3 лет разрабатывали это положение. Сейчас мы связались с этой компанией GAZ, украинскими урбанистами, которые готовы приехать и поделиться этим опытом. На основании этого принимается это положение и рассматривается с депутатами. И регулирование такого вопроса в городе очень важное. Тем вопросом, который вы сейчас ставите, вы ставите под сомнение необходимость регулирования вопроса в городе Николаеве вывесок. Я не ставлю под сомнение регулирование вывесок. Я ставлю под сомнение формулировку данного пункта, потому что вы...